В округе продолжается проверка готовности коммунальных служб к зимнему сезону. На этот раз глава проинспектировал управляющую компанию «Пик Комфорт». В ведении этой управляющей компании находится весь микрорайон Красная Горка, а это почти 500 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети. Для качественной уборки дворов и тротуаров от снега здесь планируют привлечь 4 трактора и 70 человек. Также к предстоящему зимнему сезону закупили инвентарь и противогололедные реагенты. Дополнительно 1 числа сюда еще подъедет бобкет. По вывозу снега у нас заключен договор с подрядчиком, который представляет на случай снегопада технику, дальше контейнеры 20-кубовые для вывоза снега. Готовность к зиме оценил Владимир Ружицкий. Глава округа отметил, на такой большой участок в управляющей компании техники недостаточно. Коммунальщики заверили, тракторы и погрузчики в случае экстренной ситуации кратчайшие сроки перебросят из Балашихи в Люберцы. Может, у них и в Балашихе есть. Где Балашихи, я даже не знаю. Я знаю, где Люберцы, и в Люберцах этого точно нет. Поэтому стоит задача, чтобы это все было в Люберцах, а не где-то в Балашихе, либо в Москве. У управляющей компании есть неделя на устранение выявленных недочетов. В начале ноября глава округа вновь приедет сюда с проверкой. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.